открыли площадку, это большой-большой респект. Если ты можешь посмотреть, открыли эту, плюс 500 человек на стадионе. Это самое. Поставили аллею горки, плюс 500 человек. Поставили тренажеры, посмотри туда, на тренажеры. Сколько людей. И теперь коробка, еще плюс 500. Так и надо людей вовлекать в спорт. Ждем большое поле, 96 на 46. Хочу сказать, что это очень хорошее начинание для нашего города. Точнее, продолжение. У нас уже не одна площадка спортивная, и первая открытая школа. Конечно, способствует развитию всего спорта. Потому что тут есть тренажерки, видим, да, футбольное поле. Я хочу дать, что это даст стимул не сидеть в Фейсбуке, в интернете, а все-таки заниматься спортом, привлекаться к другим видам спорта. Я чувствую, что у нас ребята часто, и Кимичук Андрей, и мои, занимаемся тут на площадках. Конечно, другие дети видят, заходят, подписываются. Конечно, и не только наш, и борьбу, и тэквондо, и кикбоксинг. Конечно, стимулируют развитие спорта. Так что будем рады видеть. Приходите к нам в залы. Люди будут заниматься спортом, и это будет дуже классно. А там уже дальше, кто захочет, выберет кикбоксинг, чи бокс, чи ігрові види спорту, там футбол, волейбол, баскетбол. Главное, щоб люди займалися спортом. Я за спорт і за здорову націю. Хорошо повлияє, тому що це ж спорт, ще одна площадка. І здесь вообще, я смотрю, на стадіоні хороше місце для отдыха всей семьи. Вот, например, взрослые играют здесь футбол, малыши там, бокс, борьба, волейбол, баскетбол. Еще не хватает теннисного корта, бассейн, и еще можно будет вело какие-то придумывать, соревнований больше. Ну, развивается. Это очень хорошо, что развивается спорт. Я даже недавно проходил, и очень много людей бегают, занимаются. Я так аж остановился и порадовался. Думаю, классно. Сам бегаю сейчас. Вот с детьми занимаюсь.